Мое мнение, что это правильно. Я считаю, что все-таки нужно соблюдать какие-то моральные принципы, да, как люди жили изначально, мужчина, женщина. Все-таки это настолько правильно. А то, что запрещают, конечно же, я это поддерживаю. И все-таки я понимаю, что нужно идти в ногу со временем, что мир развивается, меняется, но тем не менее нужно оставаться такими людьми, какие мы есть.